народ, с вами Вова, сегодня со мной Мрэй, и постарайся. Всем привет. И, кстати, вот что, еще, в общем-то, в теле Мрэй, еще Варлан, поздоровайся. Всем привет. Да, сегодня, в общем-то, Майкрос Виндер не против охотника, да, все такое будет. Да, и Варлан сегодня будет еще в теле Мрэй. Давайте, считайте, что Варлан попал на мою рубрику, но только в теле Мрэй, да. Забавно, конечно, будет, да? Ага. Ну что ж, давайте, вообще, поставьте лайк, подпишитесь на канал, давайте. А мы начинаем. Еще давайте, вообще, помогите мне к 15 апреля, когда будет мой день рождения, набрать мне 200 подписчиков, давайте. Давайте, вот постараемся, если мы постараемся, то, в принципе, будет хорошо, а если нет, то я возлюсь и кое-что сделаю пакость, да, 1 апреля, конечно. Ну все такое, давайте. А мы начинаем. Забыл. Я микрофон еще выключить не могу. Пацаны, вы, может, походу, можете это услышать. Полоса там этих. Пойду купный. Бабайка придет за тобой. Чего, блин? Так, ладно. Бабайка. Бабайка. И. Марван вырубила это бабайка. Быстро. Бабайка. Чего? Марван вырубил. Чего? Марван, можешь вырубить этот голос вообще? Он меня бесит почти. Давай-ка мы добудем маленько. Блин, надо... Блин, капец полный, короче. Нафиг я эту демонстрацию экрана включил, блядь. Я микрофон не могу выключить. Могу... Блин, я не знаю, если то это каждый... Кто снимает эту рубрику, это странно против ходинга, то всегда это с микрофоном должен быть включённым. Да. Ну просто это, родаки мы... Ну, бабаков, это родаки шумят, блядь. У тебя есть своя комната? Ну, как бы сказать, я тут. Так. Нет, за Вову, потому что Вову уже нужный такой маленький. Слушай, Мрэй, ты не охренел, ты не охренел, что ли? Я тут на своем деревне нашел, вы в курсе? На деревне там Минске подкрасим оба. Он просто смотрит и ничего не делает, он просто ему нечем заняться. Чего? Варлан просто, наверное, ест пиццу и насмехается. Я, в общем-то, ты в деревне, которую нашел в лесу, нашел, в общем-то, фиолетовую кровать. Заберу-ка я ее. Фиолетовую? Ну, это отсылка ко мне. Отсылка. Да, ссылка на канал Варвана. А почему не зеленый? А почему не зеленый и не синий? Мой любимый цвет это синий и зеленый. У меня фиолетовый. А у меня темно-синий. Что, в деревне что нет? Ты же похоронен. Богдан, Бога, я здесь. Димон. Блин, нет. Про Вову нет эта песня. Это вот Димон есть, а вот
Фу, загнали голод, кстати, господи, вообще. И вообще умер от голода, вы в курсе вообще? Смотрите, если бы я умер от голода, то это был бы вообще провал. Я думал, что я умру, но кстати, господи, была деревня, в общем-то, в лесу. Варман, есть же такой Абобус или Амобус, да. Или Амогус? Амогус. А знаешь, как я придумал? Вовобус, Вовобус. Абобус. Вовобус. Так, неизвестная карта. Есть автобус, есть Амобус. Вовобус, прикольно. Есть автобус, есть Амобус. Ну, без обиды, я врофлю всего лишь. Я врофлю маленько. Ладно, не хочешь, я люблю. Я тоже, да, я просто начальник, там все покрасил. Опа, я нашел табличку, я вообще напишу так, я кое-что нашел еще. Опа, темно-синяя кровать, моя любимая, заберу-ка ее себе. Опа, рюкзак еще есть в хате. А ты забрал фиолетовую кровать, а? Не, не забрал, она мне нужна. Так, житель, я вам разберу тут немножко дом на части, вы не против? Ой, Я тебя на бомбу ПВП не считаю, таки не считаю. Я никого на бомбу, можно сказать, не считаю. Ну что, Мрэйзи, ты считаю, как там меня ищешь? Я ищу тебя, блин, где-то там. И вот это что? Одну минуту там на голову или 30 секунд. Блин, а если мне одноклассник напишет, блин, то Варман же тоже увидит, как мне напишет. Так, меч. Друг это. Топор. Друг это. Кирка. Вайпери, блин. Друг кто-нибудь если напишет, блин, то Варван его увидит. Так, я возвращаю. Да, заберу верстак с тобой. Мрэйзи, смотри. Я тебе ставлю, в общем, я тебе сделаю такую подсказку, что где разрушенный дом, деревня там у меня был, если что. Радужный дом это... Ладно, тут есть кастрюль, в принципе, картофель можно пожарить. Вот оно что, так, давай, картофель жарься. А, подсказка, я в простых лесах уже. В простом лесу. Ой-ой, это вообще страшно. Это страшно, дети. Это вообще плохой статус для меня. О, бамбук. Я бамбук поем. Почему картофель так и плохо жарится? Да, теперь это кунг-фу-панда. Кунг-фу-панда. Вилли, здорово, Вилли. Опна, жареный картофель уже есть. Смотри, господи. Сколько тут бель, блин. О, назову, о, красивый песик, назову его Варван. Это бамбуль, похоже. Вова подходит. Варван. Вова, похоже. Еще не, одна кровать, но это мне не нужно. Сейчас буду лутать всю деревню. Так иди. Вова, ну, давай иди ко мне, я короче, драться, я, короче, поехать буду с тобой. Не все так просто, Мрэйзи, я не буду тебе все палить. Секунд. Чего? Я тебе не буду все говорить, где я, так что... Ты ему дал секунду, чтобы он убежал. Секунд, ну, примерно секунд 10 где-то. Да, все такое. За 10 секунд можно немножко было много далеко убежать. Да плюс, Мрэйзи там на дерево уперёкся, это был для меня большой плюс. Фиолетовая кровать, все такое. Опа-на, у меня есть куча жареного картофеля, в принципе, это мне посмотрит труд. Не надо коробку убивать, чтобы броню раздобыть. И а сейчас в деревню лутаю. Еще одна фиолетовая кровать. Ну что, у нас так много баронов, что ли? Ага. Так. Я захватил твой мир. Вова. Да, а вот, опа, я вижу. О, сладкие ягоды, нифига себе. Вова, забираем. Вова, забираем 5 миллиардов лайков, и я это вывезу с... этого тела в Мрэйзи. Да, давайте. Ты что, не офигел? О, ягоды. Слушай, они что, ядовитые, что ли? Да не, они не ядовитые. Это густые. Густые бьют тебя. Вкусные ягодки.
А сэкономлю, пусть будет там. Да лучше эту мясо, все, пожалуйста. Все, деревня, давай, прощай, я побежал дальше. Так, давай, надо мне нормальной еды собрать, чтобы не умереть. Я, в принципе, еду набрал себе. Смотри, там делают. Так, ладно, давай-ка мы пока там мясо наше готовим, ягоды пособирать. Жалко, что я на улице могу посмотреть, что он там делает. Короче, набираем один давайте наберем один лайк, чтобы варван это, чтобы этот демон Лилит умер. Набираем этот лайк 5 хотя бы, чтобы демон Лилит это. А я сейчас еще заранее сделал лодку, чтобы можно было побыстрее убежать от Мрейди. Ну так, вообще-то. Ну это вообще-то и... Надо быстрее отмеку добывать себе. Тебе нужны коровы, чтобы их убить. Пасть, набираем на этой серии, это вырезу, сделал на Мрейди. Обну, я железо нашел. Я за постой бейс сделал, это всякий случай. Где же меч сейчас подадается? Так, надо этого Богу убить. Два железа, в принципе, хватает на железный меч. Надо было... О, лавка, плава. Портал можно сделать. Какой еще портал? А, я понял. Так. О, овечка, привет. Прости, овечка, ну такова жизнь. Мрейс, можно, знаешь, что портал зажечь, просто доски сзади в него поставить, и они зажгутся, и все, и портал за это зажжется. Да, кстати, так можно. Меня зовут Вар. Нет, у меня телеки. Есть этот. Потом на записях посмотрите, где я все это уже не был. Кроватка. Блин, у меня костей нет, чтобы собаку себе приручить. Нормально. Набираем лайк на этой серии, я вывезу это с телом на Мрейзе. В принципе, лодка у меня есть, в принципе, чтобы можно было по льду убегать на этом Мрейзе. Ну, почему-то льда, я еще его никакого черта не вижу. То, как я и хотел, Прости, корова, но я не хотел с тобой так. Если что, у меня есть еще снежки против Мрейзе. Овна, я шел в лавовое озеро еще. Мы тоже нашли. Вас сделаем что-нибудь там. Так, а это сколько там идет? Надо... Ах ты, свинья сожрала мой картофель. Ну давай, иди, лезь там. Тоже лезь штаны. Фикс плей. Не так я спорю на штаны. Наши лезвые табага. Ёлки-пилки, какой же тут каньон. Еще железо. Я так сейчас могу сделать портал в ад. Ну, жалко, что я за тобой не могу смотреть, что ты там делаешь. Мог влезть твое тело. Так, трюк дрима. Но у тебя макбук, Вова. Ах ты, я упал с высокого места с лодки вообще. Тоже получаю его, нифига себе. У него... А что, на компе, что ли, играешь? Мрази, если у него это макбук, это сейф. Второе устройство у него там Дискорд. Да, через что? iPad он это играет, майн и снимает. Да, Мрейди, чтоб ты знал. Через ноутбук. А Вова, ты что, на телефоне снимаешь? Да, на iPad. А как? Все, бегом к лавовому озеру. Лавовое озеро где-то. Я сейчас сделаю сразу себе портал. Рожа была бы где-то. Рожа. В этом Мрейзе, знаешь, вот этот волк с красными глазами был похож на Вову, который на аватарку у него в Дискорде, скажи. О, это и есть Вова. У вас крыша не поехала у двоих случайно? Крыша не поехала у вас двоих, а? Хочу спародировать голос Вовы. Да, ну у тебя нет голоса здорового мужика, как у меня, чтобы такое так бороться. Ну, короче, у него голос как у 30-летнего мужика, и это, и ты спародировать его, к сожалению. Да, почти нереально, могу сказать так. Все, железо плавим. Осталось только найти гравий. О, гравий сразу тут, не в косве. Ё-моё-моё.
Ну да, вот, если ты не знал, то ты можешь это спрятать, это, собрать этот птинин и поставить одедовский, и один загорятся. Это сейчас, ну, это как раз что я сейчас буду делать. А где? Опа, кремень есть. Да, мне надо. Блин, ну мне ее нужно будет еще одно железо. Я слежу, я могу сейчас найти. Тубзик тут. Жалко. Жалко, ворон зайти не может. Ага. Мы бы вдвоем по этой углу на вас два спокойно. Так. Блин, капец. Пацаны, а это? Что бы я хотел? О, коров. Как раз проси корова, но придется такая. Брайзер скрафт? Это кожаные штаны фикс плея. Да, будешь похож на него. А да елки керамбит звонить. Да. Керамбит. Ножичек. Ножичек звонит ворону. Капец, ягодки. Опа-на. О, а что это за фигня такая? Так, делаем ведро. Блин, а у него не выпало ничего. Из коровы не выпало никакая не кожа. Не выпало, что он мало ела. Ты нам видел, что он мне не звонил и мне понадоедал. Блин, жалко, нет косточки. Да, вот Дарбан, это еще даже место. Прости, у меня нет косточки, чтобы такое выпить. Это Вова! Только мирный. А, блин, точно, базажи какие же какой-то. Вода, давай быстрее. Вода, чертовой матери. Мне надо вода портал ват сделать, чтобы отвалить ворота, она почти свалит навсегда. Вова, если что, сидим Мрэдзи, я у этого в его теле. Да, видно сразу. Лежу за ним. Так что, Мрэйзи, у тебя будет небольшой помощник. Такого ты не было, когда какой-то игрок в одном теле другим, без водой. Я опять вернулся в эту фигню. Да ё-моё, как бы Вову этого найти? Просто я ещё знаю тактику мини-секретных механизмов, о которых вообще тебе не буду говорить. А если Вова умрет не благодаря мне, то все равно это считается, как считает. Да, считается. Считается он. Если проиграешь на Вову, то Мрэйзи выиграет со мной. Да. И будем такие петь песни под феей Винкс. Ой, как весело. Да, вообще мне было сейчас стыдно. Та-та-та-та-та-та. Ой, так. Как весело танцевать. Как там Дрим строил портал? Так, надо повторять за ним. А почему не ой, как весело петь? А просто так по рофлю. А я так бы сделаю так. Ой, как весело это петь. Так, а ну-ка, может, вот так вот надо воду разлить? Ой, что за камень такой? Что за камень такой? Это замшевый. Ну, давай на всякий случай любую. Зачем? И, может, нет, просто. Блоки же нужны же, как типа для строительства, там все такое, да? Ну, там стройки какие-то дальше. Нет. Вот я буду строить, наверное, портал. Но в школу идет. Ага. Школьный ад. Школа не ад. Нет! Мрэйзи, знаешь, что мне еще один класс стал тучиться, и девятую, и все, и спалится в школу. Ура. Птички бомбони. Фух, я почти лавовое озеро все убил. Фух, кстати, господи, все. Это керамбит. Вова, в этом морозе это керамбит. Ох, ты сам вот это? Да. Керамбит все. И обзывает. Лиса. Ой, ну блин, у меня капец этих ягод уже много. Вообще так. Вот ты же все видишь, блин, если мне позвонит, блин, там, например, тетя, там, или там дядя, блин, ты уже увидишь это все. Я могу это выйти из группы, не выйти, а просто... Да, блин, мне надоело это... Смотри, мне Визард написал сейчас. Видел? Ага. Да надоело, Варван, я не тебе звоню, я хочу достучаться до Вовы. Так, ну что, Мрэйзи, как там у тебя дела? Керамбит
Вова, тебе керамику передать. Варвин, я тебе не тебе звоню, я хочу достучаться до Вовы. До себя. А я уже портал бат сделал. Опа. Собираем воду. Это все. Готов. Здорово, народ. С вами Вова. Со мной сегодня Керамбит. Керамбит, и мы сегодня будем ПВП-хаться. Там, типа, там, Керамбит говорит, всем привет, там, да. А такой Варвин такой говорит, так, почему не я, там, типа, участвую там, в ролике, там, типа. А, блин, капец, у меня рофы какие-то дебильные. Слышь, Брейзи, не так все, она... Так. Здорово, народ, с вами Вова, и со мной сегодня Брейзи, поздоровайся. Здорово, народ, с вами Вова. Вот так вот. Мне срочно надо одно железко на зажигалку, что, твою мать. Я не могу найти это чертово железо. Железо, зашибись. У меня есть оно. Ладно, план Б. Насколько я знаю, что около угля есть там железо, поэтому я пойду туда. Буду рыться вокруг него. Блин, опять. Блин, железо не отходит. Что? Если ты говорил о предыдущий ролик, вот этот, как называть, 100 дней, то я там нашел самый редкий биом. Какой? Я в горах застрял там, в ролике своем. Варвин, а почему это, как его, как бы тебе сказать, это, 32-минутный ролик длится всего лишь, это, как его, блин, а? Привет, я болею, блин, еще пишу. Он тоже из-за написал в комментариях у меня. Блин, под роликом. Блин. Что такое? А что ты хотел сказать? Ой, я нашел иглу! Да, это Виза тоже написал. Что ты хотел сказать? Вау, она, тут есть еще деревья. Так, вот и мое спасение. Если тут будет железо, я буду очень счастлив. Чего? Блин. Если тут будет железо в деревне, то я буду очень счастлив. Парвин, забей, слушай, и все. Так. Кстати, можно было убить голема, но это рискованно. И могут быть слышно. Ну, это вообще. Можете услышать Варвин. В смысле. Ай, блин, как тебе сказать? Постойте, тут есть какой-то житель. Микрофон же я попытаюсь включить, но если я его отключу, я выйду и закрыл. Блин, это... твою мать, он не продает железо, могу... твою мать. Ну почему жители не могут продавать железные слитки? Какого хрена? А если я могу кому-то... Просто микрофон это надо, я бывает ролик подключаю, как-то там по Дискорду общаюсь. И такое, короче, вот. Тихо будьте, блин. Ё-моё, капец. Варвин, ты слышишь меня? Да, слышу. Вообще, я не нашел железа вообще. Как мне зажигалку делать? Огнево. Блин, а я подавал далеко. Что? Короче, я буду добывать сейчас железо. Я сейчас тоже, блин. Мне совсем немножко и... Знаешь, что правило подземных? Да, самое первое правило Майнкрафта — не копать под себя. А почему нельзя? А может быть ловушка? Может копаться лава там. А, блин, железо же в шахте же есть, точно. Так, я сейчас буду копать вообще вниз. Вот как раз. Вот, это затопленная деревня, это пещера. Что же это Азамат Айталиев? Это Вова Ай Азамат. Фух, я чуть не упал вообще под землю. Фух, я вообще, вы прикидываете, я чуть вообще не... Вова Айталиев! Вова Айталиев. Лучше бы Вова сразу упал. Это ж Вова Айталиев. Твою мать. Опасно. Можете сказать что-нибудь? Что?
Кто же это? Что-то можете сказать? Я сейчас занят, так что не отвлекайте меня. Про киндолы. Скайварсимся. Так. Да твою мать, ты что, сундуков это... нет вообще, сундуков нет, а ничего, твою мать. Варвар, а что такое пестик? Биологии есть. Да, есть. Медная руда, уголь вообще, медная руда, твою мать. Пестик или дюнгер? Смотри, что у нас там было. Я заржал, блин, и тычинка. Я только знать ржал. А теперь мы проходим это. Фу, я нашел свой портал, кстати, господи. Нет. Ну, моя мечта, знаешь, чтобы быть это, как Жека, это, Shadow Priest, так, это вот, My Love, Minecraft Love, да, это вот, быть там. Вот там. За сками ломапов-то. Ты нулевый чел. Нулевый чел. Давайте, мне нужно одно железо, одно сраное железо, чёрт твою матери, давайте. Блин, где за скамили? Ловушку сделали. Но я не мамонт. Мамонта. Плацкам. Я не мамонт. Блин, нулевый чел. Может, Варлан нулевый чел постоянно сливается всем. Ребят, напишите в комментариях, кто вы думаете, кто нулевый чел? Варлан или Мрейзи? Давайте напишите. Ай, вот это херня. Слушай, Мрейзи, а что у тебя там происходит? Бал замерзшую воду или что там? Ну, блин, это пылёбрышка. Ну, этот варвар не... Варвар, это одна из таких его. Чё я тебе хочу сказать варвар? Варвар демон, короче, в меня вселился. Да-да.
Надо его уничтожить, этого демона, который во мне внутри. Жалко, что не могу управлять, но ты можешь ему вот этот, сам собой управлять. Демон смотрит за мной. Я тогда смотрю за тобой и говорю. Бабайка придет за тобой. Так, еще вот этим повезло, должно ходить, чтобы найти мне этот сраный, я твою мать, железо. Я приду за тобой тут, ту-ту-ту. Это не автобус Варван, тут. Это автобус Варван. Нет, автобус этот, Вова. Ой, блин, чуть верстак свой не сжег. Ладно, давай палками что-нибудь, потому что палками тебе сказать. Палка, получается человечек. Да, все так. Есть, я нашел железо. Все, Мрэйзи, молись Богом. Палка. Сколько там минут прошло ролика? Не знаю, я не смотрю почти ничего. Так. О, постоянно часовые видео. Ага. Так, как раз на железную кирку еще ходит, на алмазы, в принципе, все, ребят, вам капец. Все, давайте я отправляюсь в ад сейчас. А у меня какое-то долгое видео, я обрезаю его. Вот, Морозе, когда я снимал 100 дней, у меня оно получилось на час. А так получилось на 32 минуты, я еще там ускорял. Так у меня тоже железо есть, Вова. Сколько? Все, вместе настало. У меня 4 штуки, все, я сейчас обычно пойду в ад, наконец. Какой-то волос странный, скажи, стал. Маленечко, но. Нужно вызывать психушку. Точно. Мрэйзи, слушай, ты как там в России, в общем-то, в школах там не дерешься на переменах? Алло, это психушка? Да. Так, мне тут нужно одного пациента забрать, он нужен? Ага. Я все равно в другой стране, так что не переживай, Варлан, все под контролем. Я в другой стране, все такое. Он этот живет в Испании, это заберите его тоже. Окей, все. Они выезжают. Сделаю себе кирку. Так. Нет, еще керамика заберите, он этот живет в Белоруссии. Все, давайте, я пошел, давайте, прощайте. Мрэйзи, если что, мы это... А4 живет в Москве. Мрэйзи, если что, это... А4, Влад, это Влад А4 живет в этой, в России теперь, в Москве. Он что, Россию любил так? Он переехал в Москву, потому что там тут много... Идет генерация ландшафта, ну какого фига так долгая? А докажи А4, пофиг на своих фанатов. Ага. Ты же видел, как там пацан поздоровался с кем, а вот даже не поздоровался, проигнорил и просто прошел. Опа, на лес, где как раз гиглины обитают, то, что нужно. Варвар, да ты бы что бы сделал, если бы до месяца А4? Просто увидел, сфотал и из-за него хайпанул где-то в Инстаграме. О, золото. Как раз то, что нужно для пиглинов. Фортуна помнит с тобой, тут какие-то пацаны какие-то там, как школьники, какие-то бывают. Ты не можешь это, Мрэйзи, можешь выключить уведомление на его сервере? Они не умеют это делать. Ты умеешь, там просто как играть, там, где участники можно видеть. И там есть такая вот колокольчик. Нажимаешь, там можно это убрать уведомление. Я на каждом сервере только Вова убрал уведомление, чтобы это не мешало. Ну что, Мрэйзи, как там у тебя дела? А куда Вова убежал? Да я эти бичу сейчас его, там его пожу, это... Я в аду уже! Так, 4 золотых слитка должно ходить, чтобы поторговаться с пиглином, все. Я пошел. Я в аду уже, я торгую, что буду сейчас забирать золото, чтобы торговаться с пиглинами. Да блин, куда я сейчас выберу, блядь? Там, блин, телевизор еще пишет, зашиб. А! Ты мне начал сюда писать. Фу, я чуть в лаву не упал. Нет. Oh, please. О, знаете, как мы тут общаемся? Сейчас. Мы сейчас общаемся в Дискорде. Нет.
Фу, я что-то в лаву не пал, это был бы такой фейл гигантский. Хорошо, что я этого не допустил. Лати, господи. Мы выиграли. О, если проиграл, то мы выиграли. Да, все так. Если вы умрет, то все выиграли. Мы сейчас общаемся в Дискорде. Да, почти каждый день, да? Нет, мы сейчас общаемся, сейчас. Нет! Ё-моё! Что, Мрэйзи, я уже в аду. Ну, удачи тебе там погореть. А, ты по школе. Ты в школе. Так, и еще, так, еще 4 слитка, в принципе. Все, идем дальше. Нет, ну мое, да пол, я уже падаю к этому углу, дебильно ее достала она у меня. Это. Буду вставлять его. Мне кажется, что лучше вернуть 1.18.10, чем 1.18.12. А то Вова переходит на нее, а мы не успеваем. Так у меня Майнкрафт сам по себе обновляется, алло. И затем приходится переходить на новую версию. Не за меня, потому что купите платный Майнкрафт и не морочите голову себе. О, он на ПК снимает. Ура, каникулы. Подожди, а ты тоже не учишься в среду? 23 февраля. Ну, не знаю даже, я не спрашивал. Мы в среду не учимся. Повезло вам. Это считай как праздник. А мне очень-то, я вот что должен поучиться еще следующей неделе, вот. И вот, а после следующей недели, вся неделя вот что будет белая, и нам не надо вот что всю неделю идти в институт. Белый Вова. Что? Белый Вова. Блин, я живу в России. Мне хочется где-то это учиться в Испании. В смысле? А зачем? Да блин. Не, потому что смотри, Вова может скоро закончить этот институт, там у него 3 класса осталось. Вообще это 2 класса. Я тоже закончу. Идем, да, давай, до свидания, да, навсегда. Там 3 класса. Вова, у тебя там 3 класса осталось, а мне еще это полгода осталось учиться. Я буду 9-м. Ну окей. Так, еще... А где будет у меня это российский это, экзамен для 9 класса? Трындец. Он тучка пришел. Да. Все, нашел Пиглина. Где Пиглина нашел? Видишь тучку? Фарман, видишь тучку? Ага. Вот сейчас я его зарежу. Он меня убил. Чуть не убил. Чего? Что тебе капец, иди сюда. Да, Вова сдох! Чего? Вова сдох, смотри. Все, мы выиграли, ура! Нечестно, победа, как никого не было, откуда он там взялся вообще? Не, это считайте нечестно, как это вообще какая-то... Вова, это я призывал его. Шучу. Я без того, вообще, честно, подарил на такую херню! Ну что ж, ребят, вот так вот все произошло, да, давайте, да, неожиданный, конечно, поворот событий, но это ничего, это еще не все. Подумаешь, один... Ребят, и Вова проиграл, потому что он подглядывал за мной, короче, там... Да, я втихаря с компа смотрел его демонстрацию экрана. Это крыса пробовала, это крыса часов. Да, Мрэйзи, извини еще раз, пожалуйста, за это. Слышь, давно сервис сейчас крахнется. Ну ладно, ничего. Да. Ну что ж, давайте, ребят, на этом все. С вами был я, Вовластелин Систем. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь также на Бармана, который сейчас не сидит. И на Мрэйзи еще подписывайтесь. Да, давайте. И вот, и если я сменил демонстрацию экрана, то давайте его просим за то, что вот подпиской и там и лайком на его видео. Давайте, вот что, давайте его так и простим. Ну что ж, знаете, на этом все. Давайте, с вами был я, Вовластелин Систем, и Мрэйзи, и Варван, которого нет сети. Давайте, всем пока, попрощайся. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Давайте наберем мне 200 подписчиков. И...